Всем привет! Показываю вам еще одну свою орхидейку. Это орхидея Мельтония. Дружим мы уже с ней года два, два с половиной. Покупалась она, было две бульбочки и один маленький ростик был. Эта орхидейка у меня хорошо цветет. Наращивает новые бульбы, чувствует себя она замечательно. Вот старый цветонос. Как только она отцветает, она сразу же выпускает молодой ростик. Вот он такой же подросточек. Смотрите, какие у него корешочки. Вот растут. Вот там внизу. Вон видно, беленький. Вот так видно. Вот какой. Там еще. То есть орхидейка активно растет. Такой. Буквально несколько дней назад она у меня сбросила последний цветок. Вот цветонос. И попытаюсь вам показать. И вот здесь вот под листиком. Вон там такой, если видно, маленький, совсем крохотный. Уже новый ростик ползет. Тоже видно. Вон такой крошечка. Вот эта орхидейка посажена у меня тоже в кору с добавлением угля в глиняном горшке. Долгое время она у меня росла в пластиковом горшке. Поливала я ее методом погружения. Вот теперь пересадила глиняный горшок, чувствует она себя замечательно, растет, цветет, поливаю я просто раз в два дня, поливаю сюда водичкой, вся вода скапливается в поддон, и так я ее и оставляю, то есть я воду с поддона не выливаю. Там на дне керамзит, вот где-то вот так, а дальше кора и уголь. Были у меня в этой орхидейке улитки маленькие такие. Я их все выловила на картошку. Периодически сюда тоже подкладываю картофель. Ну, пока не обнаружено. Вот они подъедали все-все вот эти молоденькие корешки. Я заметила, что на новых бульбах все поеденные. Положила картошку. Оказалось, что там были такие маленькие улиточки. Вот такая орхидейка. Когда она зацветет, я вам покажу ее снова, как она цветет. Единственное, что вот эта бульбочка, она была при покупке одна. Смотрите, какой у нее длинный, высокий листик. Вот он, вот, видно. Вот. Дома у меня растут они более, вот новые бульбочки, они, листики у них поменьше. И на некоторых листиках у новорастущих есть вот такие вот складки, как сжатая бумага. Я думаю, вот, видите, на этом листике. Вот с этой стороны. Такая вот сжатая. Я думаю, что это в какой-то период роста все-таки не хватает ей влаги. От недостатка влаги. Такие происходят изменения с листом. В общем, кто считает по-другому или кто с таким сталкивался, как с этим бороться, пишите в комментариях, что это. Ну, орхидейка здоровая, чувствует себя отлично, цветет, растет, никаких претензий нет к ней. Ну, вот такие вот листики, иногда пожмаканные. В общем, кто знает, что это, напишите мне, пожалуйста. Буду рада почитать. Всем спасибо. До новых видео.